Сегодня у нас проходит турнир «Гладиаторы в клетке» под номером 14. 14 турнир нашей компании уже в городе Харькове. Также 3 турнира мы провели в городе Чугуеве. Мы стремительно развиваемся. Наша лига входит уже в топ-4 лиги Украины. Больше 20 событий на Шердоге. И сегодня мы разыгрываем 4 пояса. Вот. Хотелось, конечно, сделать гран-при в каждом весе, но, к сожалению, это не получается. Поэтому наш посыл, как бы наш позыв для молодых спортсменов – это будьте смелее, мы открыты к сотрудничеству, мы открыты к новым вызовам. То есть мы определим сейчас чемпионов, и каждый из этих чемпионов готов к вызовам, к новым вызовам. Я как президент хотел бы, чтобы стало такой некой площадкой для украинских спортсменов, для харьковских спортсменов, для спортсменов-любителей, для начинающих спортсменов, чтобы она стала площадкой с таким стартом неким в будущую профессиональную жизнь спортсменов. Да? Наш турнир объединяет в себе много городов, много стран. Я надеюсь, что наша география будет расти. Сегодня мы проводим впервые турнир в клубе «Миста». Очень хорошая локация, очень хорошее место. Очень хорошо встретили нас непосредственно люди из «Миста». Я надеюсь, что это не последний турнир. Ну, всех ждем на наши будущие турниры, на наши отборочные турниры, любительские турниры. И надеемся, что будем развиваться и радовать вас дальше красочными боями. Мы сейчас находимся на 14-м турнире «Гладиаторы в клетке» в городе Харькове. А также мы проводим еще в городе Чугуеве. Непосредственно я занимаюсь этой организацией. В нашем городе уже провели 4 турнира на свежем воздухе. Даем старт нашим ребятам, нашим спортсменам. Так как у меня является спортивный клуб «Спартак Ара 37 Чугуев ММА», я его развиваю с 2014 года. И мои ребята уже принимают участие на этом турнире как профессионалы. С каждым годом турнир растет, турнир развивается, и реально уже хорошие спортсмены выступают на наших турнирах для того, чтобы одерживать победы, и их бои заносились на мировой рейтинг Шардо. Как бы ребята стараются, бьются, на что хватает их мастерства, даже больше, чем они могут, выкладываются на все 200%. Всем спортсменам хочу пожелать меньше травм, больше здоровья, заниматься спортом, не останавливаться на этом. Мы очень рады сегодня приветствовать всех присутствующих спортсменов, участников на турнире «Казанского двубоя». Мы занимаемся уже 6-й год развитием украинского вида спорта, казацкий, а именно казацкий двубой и также хортинг. Ребята показывают как бы уровень развития, свой спортивный и дисциплину. Пожелание каждому спортсмену остаться, во-первых, нетравмированных, во-вторых, постараться одержать победу.